Ястребинная сова. Ястребинная сова живет в хвойных и смешанных лесах. Гнездится в дуплах, нередко использует гнезда дятла. Свое название она получила из-за пропорции тела, цвета оперения, повадка появляться днем. Ястребинная сова ведет дневной, а не ночной образ жизни, в отличие от других сов. Интересно наблюдать за охотой ястребинной совой. Благодаря подкидной приманке, по факту мышевидной грызуна, мы можем наблюдать этот процесс. Сова обычно сидит на вершине высокого дерева для лучшего обзора. Добыча может замечена за несколько десятков метров. Заметив мышь, сова камнем пикирует вниз. Перед самой землей она изменяет направление к добыче и уже к ней летит стремительно в метре от земли.